Ма! Алло! Ма! Ма, это я! Лёш! Ты чё? Ты где это? Ма! Я на Украине! Ой, блядь, герой ты наш! Всех бендеровцев там поубивали! Гил Бандерас, ума, я ранен! Ой, ты слышишь плохо? Ты в Киеве уже или нет? А какой Киев? Киев! Нас под Изюмом разъебали, да. Значит, связь не очень. Слышь, что скажу? Зять, блядь, Ленкин вернулся с Украины. Иномарку тестью припёр. Так я чё думаю? Ты какую-никакую машинку бы нам привёз. Чей лишний-то не будет, а? Какая, блядь, машина? Мама! У меня пацаны все двухжёлтые. Я ранен в поле, блядь! Ёб твою мать! Вы сцене были. Зять же Ленкин эту машину и пригнал. А чё, правильно, попривозили пиндосы, блядь, эти хохлам машины свои крутые. Теперь и чаймы поездим. Ва, в Ирпене пиздец был. Вы такое творили, мама. Это какое такое? Мирных убивали, пап насиловали. Сержант ребенка убил. Ты чё несёшь, сын? Враньё
это. Ты что бухой там, чуль? В телевизоре ты сказали, что стреляют по этим, по нацикам. А как по мне, так они все фашисты. Мама, блядь! Сука, меня слушай! Меня слушай, а не их, меня! Ты на мать-то не ори! А чего врать-то им? Я с самого начала так и говорила. Мы всей страной поддерживаем эту военную операцию. И вся наша семья гордится нашим президентом. Их надо бомбить, сынок. Бомбить их надо. Ма. А где Санька? Ой, Санька, ты забыла тебе сказать. Военкомат вчера ходил. А что ты их там в институте собирали? Повестки вручали. Какие, блядь, повестки? Он на втором курсе, ма. Как брат быть хочет, родину защищать. Ох, какая родина, ма? А ну заткнись, не позорь нас. Если б дед услышал, в гробу перевернулся. Защищать нас должен. Дедушка, для чего рожала? Ма, я кажу все. Ты держись там, сынок. Будь сильным, скоро брат на подмогу к тебе приедет. Ма, не пускай его, слышь? Ма, не пускай его. Мама, не пускай его! Да, все! Некогда мне с тобой говорить! Мам, слышишь, не пускай, пожалуйста, не пускай! Не пускай его! Давай, уже там как-то сам! Мама! Мама, не пускай его! Мама! Алло? Ма, ну чого це ти? Ну я ж казав, що сам тобі перетелефоную ввечері. Влада, чекатися, зможу тебе збирати. Та все гаразд, ма. Ми тут працюємо трохи, я не можу довго говорити. Мамонь, я в шапці, я поїв. Не хвилюйся ти так. А, до речі, дякую за передачку. Я тут поділився, всі зацінили. Та на якій передовій, мамонь? Так, в штабі сидимо, не мерзнемо. Ма, ну що ти зі мною, як з маленьким? Ну, дійсно. І я тебе, маму. І я тебе. Армстронг, ну ти скоро? Сонечко, ти тримайся. Матусь, давай я тебе ввечері наберу. Гаразд? Цілуй там Маринку. Люблю тебе. Я тебе. Все буде добре. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. База, прийом. Точний приліт. 6200. 14. У вас півгодини. Шукаємо мирних і виходимо. Плюс. Так, до речі. Ці подяки за смаколик. Дивись, передай. А як же? Працюємо, хлопці.